шығып, шулай тіріп байанып тұрулар, ол зұр бәқіт дейді. Шығып шушылай тіріп тұрасың да, тамашашы залына қарап тұрасың да, жүрек сразу дүрттейді башылы, ойнасы келе башылы. Міне күш бере, дәрт бере. В театре она играла где-то около 120 ролей. Представляете? Конечно, там в основном татарская драматургия, классика, современная. Там есть где-то 12-13 названий. Туфан Минулинское произведение. Она играла там прекрасно. Соответственно, костюмов примерно столько же, да? Больше 100. Да, конечно, конечно. Они в основном все еще, наверное, висят. Ну, вот здесь пока мы... 3 повесили. Вот когда я вижу этот костюм, сразу, конечно, перед глазами Надьва поставит. Роли характерные, драматические, психологические, вместе с комедийными, гротесковыми. Даже из маленьких эпизодов, говорят, могла создать целую историю. У нее очень широкий диапазон был. Шекспирской героини даже есть. Там есть и распутинская пьеса «Деньги для Марии». Она играла в главной роли Марию. Прекрасная работа была. И Марсель Хакимович Салимжанов, народный артист СССР, наш бывший главный режиссер, он говорил про нее, что она национальная актриса, она очень татарская актриса. Мен ол материалыны өзіме сіңдіруге тырыстым. Ол менікі деп өзім шандым, шандырдым. В этом году исполняется 60 лет, как Наджиба Ихсанова вышла на сцену Камаловского театра. Тогда еще в старом здании, на улице Горького. На новую сцену камаловцы переехали в 87 году. Одна любовь, один театр, на всю жизнь. Фикерім не мені сіңдіруге. Мен сені шекелі елсіған елсіға. И в те же годы еще одна любовь всей жизни – Туфан Миннулин. Сначала, говорит, боялась его, несмотря на то, что казался тогда не очень решительным. Заходит в комнату и сидит около моей кровати, и сидит, не уходит, ничего и вроде и не говорит. И вот всю 5 лет он так и следил за мной. Мы поженились в 61 году 29 декабря. Я с Туфаном формировалась, я росла. Ко мне очень хорошо относился. И, по-моему, он очень крепко меня любил. Сколько я, сколько он. Ирлер алар, хайван тірлігі білен бір, вақытында ошатып, ішіртіп, тамақ астын қашып тұрсаң, артыңнан еріп ері. Әгерде енді башыңға кіре, мойның астыңа келгіре, дейіп, шыбап біле қинасаң, күтуден қайтып, қапқадан шабап кірмейінді ол, қуалап қайтарырға тұры келе. Бізнің театрының езіміне шыны жибапа көбік. Ол халық шаған. Тамашашылар да біздің көбірек шол ауылардан келгендер, ғади кішілер бетін Нәжиба апа да міне олар көбік өк, нәк оларға керекілі тембіріне тобып алып, ойнатырған актрис дейді. Міне милли театр біздің менің үзі деп айтар едім, бір де қорық меше. Яқ деймі сен міне мені әттіңна, қалым қашлы, сімбіл шешлі, асыл тәлі аппақ білекілі, шикер тілі шербет сөзлі гүлді езлі, інжі тіштішлі, іркіліп. Кінәтра, өтап бағым үркіліп кінәтра, андыларыны палды шағаларда көрмәген. У Фаниса Зиганшина гримерка была через стенку. Он вспоминает, что настроение Наджибы Ихсановой было понятно сразу после спектакля. Все эмоции были слышны. Говорит, что и успеху коллег всегда радовалась, и бывало, что заполняла собой все пространство.
милли қазан үзәге, хәзір ол біздің милли китапхана, онда не тұра, хүрият символы тұра. Біз аны қоштық Нәжибә Ихсановаға хайкәлді бейінде. Шынки олда мұна шылай хүрият апа деп жеридірейік біз аны. Оның мұна ішкі дүниясы шындайды. Студенты, будущие актеры, тогда свои экзаменационные работы играли на малой сцене Камаловского театра. И здесь частыми гостями были Нәжибә Ихсанова и Туфан Миннуллин. Беткеннән соң инде Нәжибә апа әйтәдер, о, менә шулай уйнарга кирәк, шулай уйнарга кирәк дип, ул күрәсен бездән дә үзенә мотивация алгандыр дип уйлыйм. Ул үз өстендә эзләнүдән туктамады, алган белемнәрен әле үзе дә педагог булып студентларга аңлата иде. Жылап бала үстереп булмый ул җаным. Көлеп йөр, балаң да синнән көләргә өйрәнсен. На двери той гримерки табличка с ее фамилией осталась. Туалетный столик никем не занят. Туфан Миннуллин ушел в мае 2012-го, чуть не дожив до 77. Нәжибә Ихсановой тогда было 74 года. Кылып кенә йөрис урынга әллә нинди күңелсез нәрсәләр сөйләшеп утырабыз. Йеме. 9 лет она отдавала себя любимому театру, уже без автора многих пьес, в которых играла. Наверное, в памяти многих они так и останутся вместе, связав судьбу друг с другом и с театром.